Трагический урок в администрации Ильинского района выучили ненадолго. Напомним, в октябре 2016 года произошел взрыв бытового газа в трехэтажном доме в поселке Ильинское-Хованское. Пострадали 29 человек, трое погибли. Спустя почти 2,5 года после трагедии местная прокуратура в очередной раз проверила, исполняют ли муниципальные власти законодательство в сфере обеспечения безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, и выявила серьезные нарушения. По закону районная администрация должна проводить проверки деятельности организации ЖКХ, в том числе в отношении газового оборудования. Установлено, что муниципальный жилищный контроль администрации Ильинского муниципального района в отношении как управляющей компании, так и других предприятий ЖКХ на территории района не осуществляется. В связи с этим в адрес главы Ильинского муниципального района внесено представление, которое на данный момент находится на рассмотрении, то есть еще пока не рассмотрено.